Именно на это был нацелен стратегический диалог, организованный общенациональным движением «Юксалеш» и представительством ЮНИСЕФ в Республике Узбекистан. Участники диалога обсудили вопросы дальнейшего совершенствования системы социальной защиты детей. Конкретные цифры и факты показали, какая работа уже сделана и что еще только предстоит воплотить в жизнь. Так отмечалось, что около 9% волового внутреннего продукта в Узбекистане направляется на социальную защиту. И согласно международным стандартам, это является хорошим показателем. При этом около 60% государственного бюджета расходуется на социальные нужды. А чтобы данные инвестиции были эффективными, необходимо вносить реформы в систему социальной защиты. Участникам была представлена презентация, подготовленная международными экспертами Организации Объединенных Наций. Было изучено состояние социального обеспечения социально уязвимых слоев населения. Исследования показывают, что для улучшения жизни уязвимых слоев населения недостаточно только выделения средств, финансовых средств. Здесь также необходимо усилия всех министерств и ведомств, которые занимаются социальной защиты. В этих целях общенациональное движение «Юксалеш» совместно с организацией ЮНИСЕФ запускает совместный исследовательский проект «Молодежь Узбекистана. Стремления, перспективы и риски». В рамках данного проекта будут подробно изучены текущее состояние социального обеспечения молодежи, особенно детей. Прозвучало, что только 17% семей с детьми получают пособия по уходу за ними. Из-за недостаточного финансирования влияние нынешних программ остается минимальным. ЮНИСЕФ представил вариант реформирования существующей политики, который может повысить влияние детских пособий на сокращение общего уровня бедности с нынешних 8% до 21% к 2030 году. ЮНИСЕФ работает очень тесно с правительством Узбекистана. Как мы знаем, когда проводятся экономические реформы, определенная группа населения нуждается в социальной поддержке и социальной защите. Очень похвально, что правительство обращает внимание на предоставление социальной защиты, на совершенствование социальной защиты уязвимым слоям населения. Очень активно сейчас продолжается диалог. Очень тесно работаем с различными министерствами и ведомствами Узбекистана по разработке новых направлений, по совершенствованию имеющейся системы социальной защиты. Social protection system is strong enough. Рекомендации ЮНИСЕФ были разработаны, чтобы помочь правительству Узбекистана в достижении целей устойчивого развития. Подчеркивалось, что реализация данных рекомендаций позволит постепенно довести уровень охвата пособиями детей до 18 лет как минимум до 75% к 2034 году. Стороны обсудили пути дальнейшего диалога и сотрудничества в сфере.